Привет, с вами Лего, и мы продолжаем играть в Valiant Hearts. Продолжаем нашу историю. 7 сентября 1000... Мы видели это видео в предыдущей серии, когда мы играли за Анну и подвозили вояк. Мы были в роли таксистки. А теперь она уже... Она же как медик. Марна, Франция. Очень много солдат уже погибло. Так, и нужно кому-то помочь. Кстати, что я слышал о том, что якобы звук плохо слышно, но он стоит у меня на максимуме. Поэтому не знаю. Напишите тогда, может быть, микрофон чуть пониже надо будет делать. Я его хотел по голове дать. Но нет, ему надо помочь. Его засадило лошадью. Ложись, говорит, только не умирай. Да, говорит, а опять мы в роли лекаря. Выполняем простейшие задания из кликов, кнопочек. И сейчас она ему что, ногу вправит? Дикая вообще, все пошло. На. Все. Теперь перевяжем. Ну вот, Анны немножко поинтереснее играть. Хоть и здесь есть какие-то мини-игры. Он говорит, спасибо. Спасибо, сестра, ты мне спасла жизнь. Что там дальше? Ну, прошло 7 месяцев. Анна, движимая состраданием, посвятила себя заботе о больных и раненых. Каждая спасенная жизнь была победой над войной, которая и не думала утихать. Ну да, что-то жестковато. Так, погнали дальше. И про Бельгию. Что случилось? Что, помочь надо? Да, говорит, вот это прикольно здесь сделано, что... Ох, ё-моё, скольким надо помочь? Троим мужичкам. Сейчас. Опа, здесь уже получается как мини-квестики, что ли. Что нам нужно? Зайти в медпункт. Ё-моё, что, пильнуть надо тебе, что ли? Что-то жестко как-то. Здесь мы можем набрать водички. Кстати... Ну да, сейчас будет рассказываться история о том, что очень много раненых. Ё-моё. Это не о том, о чем я думаю. Что, в натуре? Сейчас будет пилить ногу? А что у него случилось-то? По виду ты... Чё? Ё-моё. Чё она ему пилит? Руку, что ли? Так быстро? Или палец какой-нибудь? Сейчас перевяжем. Все будет в порядке. Ну и что там? Не покажу, не показывайте. Специально сзади. Ладно. Алло, забала. Одному спасли. Этому водичка нужна. Сейчас поможем. А что, он типа пить что ли хочет? Ну это ладно, это минимум как бы. А, нам там включить теперь надо. Включим. Это все, ладно. Все легко пока. Сейчас принесем мы тебе. Это у нас что? Продырявленный котелок. Кому-то либо проканало, либо он просто продырявился. Сейчас наберем водички. Давай. Тяни. Жинк. Нормально там налил. Этому костыли, говорит, надо, да? А где найти костыли? Тоже хороший вопрос. Сейчас водички-то там, мы тому дадим. Не проблема. Ну-ка. Подсказка для даунов. Чё там? Типа, ну это я уж сам понял. Все. Как тебе? Ништяк стало? Взял, пошел. Ладно, мы вот здесь еще все туда не ходили. Может быть, мы найдем здесь костыли какие-нибудь. Записка, письмо прусского солдата. Кстати, там на Фейсбуке якобы можно читать эти истории. Так, здесь, конечно... О, здесь уже просто куча трупов. Я что-то как-то сначала не посмотрел. Вон на воде везде они. Крест, говорит, ему нужен. Так...
Я сейчас на... Вот и крест. Давай поможем. Этому руку, говорит, перебинтовать надо. Сейчас, тихо. Перебинтуем, сможем, нет? Бинт, наверное, нужен, да? Ладно. Капец, здесь вообще на, просто на разрыв. Одному эту принеси. О, этот уже копнул. Вообще, что-то какая-то опасная серия. А ты что, сгодится ему в роли костылята? Вообще опасная серия. Всех надо спасать. Все перебитые, убитые. Что, прокатят тебе? Прокатят. А бинт у тебя есть? Нету. Вот здесь мы не были. Так, сюда нам нужен топор, чтобы дальше пройти. Ты, говорит, там иди помогай всей толпе. Что это? Шрапнельного снаряда кусочек. Прикольно разорвало нахрен. По идее, вон там шарф наверху мотается. В каждой из частей нужно находить вот эти вот уникальные предметы. Если вы ачивка-дрочер, конечно. Я не ачивка-дрочер. Я просто играю ради сюжета. Чтобы было интересно игру играть, а не искать до последнего камушки всякие. И с ума там по ним сходить. Медсестры. Так, тебе бинтануть надо? Сейчас найдем день бинт, надеюсь. Ух, там лошади, он. Что здесь? Гребень против шей. Ух ты. Где же тебе найти бинта? Что там гуля-гуля говорит? Гуля только через 50 секунд поможет. Я пока не представляю, где искать бинт. Внизу как бы ничего не было. А мужику нужен бинт. Здесь как бы вот он должен быть. По идее-то в палатке скорой помощи. Больше где быть-то? О, там что, чувак умер, что ли? Чё я взял? Сейчас я знаю, что мы сделаем. Мы отпилим уставшее дерево, которое кто-то не дорубил топориком. И спокойно возьмем, наверное, шарф. Вообще просто. И шарфом мы затянем. Тихо. Шарфом мы затянем руку солдату. И он будет успешно гастепилизирован. Гасте что? Гастеранбайндернджелбрингелинген. Ну, короче, понятно. От слова госпиталь. Госпитализирован. Во! Так. Опять сейчас мини-игра будет? Или что, все что ли? Ё-моё, а что так быстро идет? Икс. А, Б. Ну ты что там ему затягиваешь-то? Ворася. Да, ну все. Спасибо, говорит. Ну все, мы, скорее всего, всем помогли, всех спасли. Можно двигаться дальше. Что такое? Вставай, давай. Че, кто просит еще помощи-то? Что-то не пойму. Кому там плохо? А, кто-то выжил, ни хрена себе. Под мостом-то. Это не капитан? Ну, что-то похож. Что с тобой такое? Воу-воу! Укольчиком сейчас как вбахнем тебе. А ты сейчас помрешь. Это что, пулю будешь вытаскивать, что ли? Обезболивающие, погнали. Доставай, сейчас снаряд достанет. Но. Попей водички, и ты как новенький. Ух, как быстро пошло все. Мерси Баку, говорит. И говорит, что там такое? Французские офицеры говорили о Бельгии. Кажется, немцы собирались применить новое оружие у Ипра, родного города Анны. Не, это не канает. Анна немедленно отправилась предупредить отца. Когда вот там танк будет. Когда она добралась до города, тот поприветствовал ее ревом сирен. Ха-ха. В самое пекло, короче, мы сейчас попадем. Здесь уже властвовал смертоносный газ.
Блять, а мы наоборот в город бежим. Все спасаются, вон люди, дети, старики. Там, говорит, нужно помочь кому-то. Просто полгорода уже морят. Этому батю надо найти. Чё вообще происходит? Ух ты, бля, жопа вообще. Просто жопа. Чё-то как-то уже не весело. Давай-ка вставай. Сейчас как дыхнет. Забыл, как называется эта херотень, которая вообще по мозгам бьет. Ух ты, а что-то здесь уже все плохо, походу, дело. Здесь нужно делать уже искусственное дыхание. Массаж сердца. Все-все, встало. И давай. И давай. Вставай на ноги и вали отсюда через окно. Ну. Конечно, мерси. Опа, она нам что-то дала. Там бомба. Ладно, с бомбой это все. Ладно. Чуть-чуть она не дошла. До двери-то дошла. А вот если полностью влево уйти, что-нибудь найдем. Записочки только всякие. Так, ладно, здесь мы нашли уже два уникальных предмета, которые нам ничего не дают по игре. Вроде как бы дом этот спасли. Это и батька надо найти. Где его найти? Ключ, говорит, надо. Там, говорит, все, труба, говорит. Там уже, говорит, не пройти. Так, а мне... Ну ладно, я сейчас сюда вернусь, мне просто интересно проверить, я хочу. Неужели батя... А, все нормально? Все, да, четко. Не батю же надо было, а жену. Маму, в смысле. Но, может быть, конечно, где-то и батя затерялся. Так. Это куда-то вверх, да? Ай-ай-ай-ай-ай. Шестеренка какая-то. И пусто. Там кому-то прям в лицо. Это чуть ли не разваливается уже. Это тоже все на соплях уже стоит. И че мы сюда залезли? Тихо ты, осторожней. Так, здесь тупик. Опа. А теперь вопрос. Где найти еще две шестеренки? Оба-на. Фу. Мощно. Короче, еще одну большую надо, как я понял. А где ее взять? Наверху, что ли? Фу. Вон упала. Нормальная тема вообще. Бам-бам-бам. Как напоминает немножко такие старые квесты, типа Петька Василий Иванович. Там тоже первые части прикольные были вообще. Бум, бум. Ё-мо, ё-мо. Проход вниз. И чё? А, вот же, да. Ну и всё. Проход открыт. Людей спасли. Все-таки там вот мужик какой-то лежит. Его, наверное, тоже надо спасти. А, ну да, вот он и говорит, что сейчас все вниз будет ух... А нет, в окно. Нормально. Да слышишь, он уже сколько яда хапнул. Он уже там весь в радиации. Ему прям в лицо все это фигарило. Что ему поможет? Шприц, что ли, опять? Нашатырь, во, нашатырь. Нашатырный спирт. Че он им там помазал ногу какую-то? А, он, короче, ногу сломал. Ё-моё, две кнопки надо нажимать. Не люблю такие звуки, как хрыньк. Как хрыньк. Целая нога, да там вообще не слабо. Не слабо его долбануло. Мерси, говорит. А как тебя тащить-то? Или чё, ты сам, что ли? Ну ладно, продолжаем двигаться. Из монастыря. Опа-на. Ясно. Как же без этого-то? Ясно. Ну что, заходим в дом.
и ищем палку. Помогите, говорит. А зачем это двигать? Так, немного я... Подсказки для даунов нету. А жаль. А, все ясно. Да сейчас подожди, не ори, че ты? Орёт там. Сейчас спасем. Не видишь, я так потею. Или нет? Что за сарайчик? Ключик. На. Нет, ключ. Ключ мне не помог. Вот это вот на грани слома. Так, туда в зал не идет. Наверх. Пусто, как обычно. Наверх. Здесь что? Ну, это опять уникальный предмет. Ночной горшок, что можно было писить и сракать в него, когда совсем испугался. И... Хм. Воу! Отлично. Кто-то спрятал. Чисто случайно вообще нашел эти ключи. Даже не думал, что они... Даже я не мог подумать, что они висят за картиной. Такой бредок немножко, конечно. Кто-то спрятал ключи за картиной от сарая. Но там сарай, конечно, матерый какой-то, не спорю. Там какая-то матерая фишка лежит. Это что такое? Стереоскопический фотоаппарат. Офигеть. Тут чувак вообще помешан на картинах, прятать за ними. И чё? Я сейчас все картины буду бить тогда. Потому что он какой-то немножко болен. Чувак прячет просто... В смысле? Три. Два. Ё-моё. Три. Два. Блин, да я так с ума сойду. Всяко где-то было что-то написано. Три. Два. Я просто даже не хочу сейчас искать, время тратить, когда я уже нечаянно узнал две комбинации. Собака. Три. Два. Че, неужели шесть будет? Гадство. Три, два, шесть. А потом дальше, как гадать? Не понял. Не понял. Три. Два. В смысле, я же все прошел. В чем прикол? Гуля через... Что-то я не понял. Три. Два. Я же все прошел. И шесть было. Вот тебе и пять, пожалуйста. Три. И два тогда. Нет, нифига. Так. Чё-то я не догоняю вообще конкретно. Гуля. Так. Первое, типа 4, второе 6, 4, 6, 8. Ну-ка. 4. Ё-моё, это вообще... Ой. 4, 6, 8. Это вообще не те комбинации набирал. Жесть, а он еще зелеными пискал. Что за обманки вообще? Просто жесть. Опа-на. Это что за...
Реально чувак помешанный просто. На каких-то своих нереальных исследованиях. Но ясно, ясно. Химию я плохо знаю. О, наконец-то. Наконец-то мы дошли до... Я даже забыл, что мы должны были найти. А это вообще нашли в подвале где-то спрятанным. И что, мы сейчас будем вниз опускать снаряды, что ли? Короче, у чувака еще из трех картин был пароль. Ну, опять начинается. Сейчас мы наверх попадем. Я и про нее уже забыл. И что делать? Я что-то даже хз, что делать-то? Как туда попасть-то? Короче, я жесткий. Может... А, все ясно, как туда попасть теперь. Мы не будем опускать с гранатами, мы будем кидать. Хоп. Хоп. Сейчас как рванет. Ща на шатырку попьешь? Попьешь. Опа. Опасненько. Ну все. Живая. Ать, ать. Ать, ать, ать. Ать. Так уже на две стали кнопки нажимать. Скоро скажешь на четыре, давай. Оу, что-то совсем все плохо. Ну уже. Ну уже. Все нормально, спасли. Гувернантка рассказала ей, что отец талантливый ученый. Вот я заметил, что он талантливый ученый. Одержимым идеей поставить науку на службу войне. Дальше поехал. По пути она встретила Эмилию Фрэнки. Ага, вот как все это было-то, лол. Она всех просто смачит, классно. И все, они попали они в Бельгию. Они пережили ярость врага, его пули, бомбы, это да. Газовые атаки. Это да. Этот на последнем дыхании на шаттле своем летит. Отец был совсем рядом. И Анна не могла позволить себе его потерять. Взрывульки. Чё, дальше опять? Хорош, говорит, нельзя сюда. Там, говорит, война. Война, говорит, там. Нам нужно найти доктора, да? Опа. Нормально. Так. Все, погнали. Вообще что-то все жестко. Пс-пс-пс-пс. Так, и спасаем, да? Спасаем. Спасаем, солдат. Так, 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 так. Так, 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 так. Вот, что-то быстро она идет, линия. И чё мы его сейчас спасем? Что дальше-то? А, пули опять, что ли? Фу-ху-ху. И чё, он нам всё равно не поможет же, он будет дальше там лежать. Знаешь, где доктор? Да, он там, он. Всё, подстава сейчас будет. Спасли солдата, его всё равно взяли в плен. Ладно, идем дальше. О,
красочно, красиво вообще. Опа, вот его нам надо спасти. Это же Эмиль. Просто надо нереально быстро его спасти. Быстрее, давай, быстрее. Тупицы. А, все-таки они... Я понял, что с ними случилось. Они просто приземлились. Ой-ой-ой-ой-ой. Я понял, что я вообще дуранул. Надо было перевес дать и собаку отправить. Кого лаешь-то? Погнали сюда. Давай. Давай, давай, не очкуй. Давай, 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 давай. Хороший песик. Мне бы такого песика. Но у меня есть кот-паштет. Он тоже жарит. Все, открываем. Забираем письмо. И Эмилькасу надо помочь. Ну, блин, как это? Это кабина, дирижабля. И... Что-то как-то можно, короче, механизмом вверх. Давай, 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 давай. А дальше как? Да, еще что придумаете? Все рушится уже, да? Угу. Что за патрон? Что за патрон летает? Что, еще выше, что ли? Это что такое? Ручка нам не нужна. Ну куда ты? Так. Собачка, собачка. Чем же нам она сможет помочь? Эй-оу, эй-оу. Давай-ка сюда. Принеси мне. Ну и что? Как бы... Зачем это? Ведро. Подсказки для... Подсказка будет через полтинник. Через полтинник секундс. А мы можем... Да, мы можем этим ведром кинуть по патрону. А зачем только, я не знаю. Так, я так понял, у нас есть... Вот так вот. Я хотел сказать, у нас есть только один шанс. Ой-ой-ой-ой-ой. Успели. Я его, правда, нечаянно еще один разок вдаванул. Вот такая вот четкая собачка. На тебе. На тебе по голове. Так, опять лечим. Так, ну его-то спасем, наверное. Вуаля. Балеси. Балеси. Вуаля. Ну все, мы спасли Эмильку. Да блин, еще нет, что ли? Ой, глаза, глаза, глаза мои бегут. Где, говорит, доктор? Улетел. А как? А-а-а, ни хрена себе, не дирижаблющий самолет был? Ясно все. Ясно все, что очень все плохо. Тащи, говорит, другалика. Что за собачку сейчас буду топить? Бежит как только может. Ну пошли, 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 пошли. Мы все уже поняли. В треху. Ой-ой. Так. А с американским солдатом как быть? А, он там, он в обход. Пошли, собака. Опа-на. Так.
Герой. А, блин. Иди туда быстро. Вот. Я-то думал, мы за этого играем, внизу который. Оказывается, мы за мощного подсока играем. Тихо. Иди туда, помогай. А теперь мы за этого играем. Прикольно. Дай-ка динамиту. Давай, поворачивайся туда. А его можно же просто... Даже динамит-то и не надо было брать. Просто вот так вот. По башке дал, и все. А это мы дальше день кинем. Ха. Но. Чё-то немножко... Не соображакает. Так, ты тогда сюда. Возьми динамит. И отнеси ему, нашему другу. Хорош, пёсик. И вот так вот, короче. И, короче, вот так вот. Просто взорвали. Пёсик, чё тут-то? А здесь наш рычаг, да? Под землей. Копай, копай, давай, 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 давай. Еще чуть-чуть осталось. Ну. Ты будешь копать сегодня? Во! Хороший мальчик. Теперь нам нужно передать эту штуку. А как мне ее передать-то? Подожди. Иди сюда. Так. А как отдавать-то? Что-то я не понял. Эй, воу, воу, воу. Не надо было у него брать-то. Чтобы она в зубах так и осталась. Теперь как я открою это ему? Воу. Ну как-то можно же передать, по идее. По идее. Но никак не отдает ведь. И в руки не берет. Иди сюда. Во. Другие дела. Как сделал, не знаю. Иди, говорит, отсюда. Подожди, а где? Все, а ты вот это носи. А ты взрывчатку с динамитом носи. Так. Открываем. А мы? Ну, он сейчас нам поможет. Ктыщ. Марси бальбу. Ну, что сейчас там? Опять с кем драться-то надо будет? Ой-ой-ой-ой, что это? Что это? Что это? Немножко я не понимаю что-то. Куда кинуть-то надо? Вот туда вот. Я, конечно, примерно понял, что надо сделать. Вот так его подвинуть. Ай. Так,
Ну да, все правильно. Подожди. Ты принеси мне опять вот это дело. Хорош пес. Вот наяривает воздухом. Теперь так. И так. Все, хана движку. Рвануло просто. Че, говорит? Обеззараженные лица. Да, беда. Вот и машина Анны. Мы уже подходим. Нам нужна помощь. И солдаты бегут, да? Сейчас ее в плен заберут, что ли? Победа была для Анны довольно горькой. Тяжело раненый Карл был отправлен в лагерь для военнопленных. Барон фон Дорф исчез, прихватив ее отца. А Эмиль попал под трибунал как дезертир. Вообще жестко. К счастью, за отвагу, проявленную в Реймсе, Эмиля освободили, чтобы опять отправить на фронт. Зима уже. И эту часть мы посмотрим в следующей серии. 16-го года. На фронте наступила зима. Вернувшиеся в строй Фредди и Эмиль были направлены в окрестности Вердена. Как и всем остальным, им пришлось бороться со стужей. Прибывшая утром почта подняла солдатам дух. Но от Мари пришли дурные вести. В Сан-Миэле правили бал, болезни и голод. Умерших было все больше. Но среди печальных новостей был и лучик света. Фотография внука Виктора. Он уже вставал на ножки и учился ходить. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Всем пока.